Сегодня у меня такие 4 посылки, но не как бы 4 коробочки в 2 посылках. Тут лампы настольные. Уже кто-то открывал. Запаковано. Зашло несколько дней. На Алиэкспрессе заказывал. Через Тмайл. Сегодня пришло. Буквально сколько там дней шло-то. Меньше недели. Вот одну уже раскрыл. Для творцы. Можно прочитать. Сейчас посмотрим, как оно все работает. Упаковано неплохо. Беру здесь, чтобы не мешало. Что мы имеем? Сама лампа, в принципе, все. Я думал ее собирать надо, как она так упакована была. Так, вытаскиваем. Вот она. Ага, вот зарядное устройство. Так, заряд, может она от батареи работать, может с питанием. Тут как бы 3 света. Теплый, холодный и умеренный. Так, здесь вот часы должны быть. Пульт управления. Так, вытащил я. О! Заиграло. 12.00 показывает, ну, дату, а температуру даже, ну, с улицы, 19 градусов, 20 градусов показывает. Так, тут отдельная батарейка специально для часов еще. Так, как она? Разряжена, что ли, совсем? Так, ладно, сейчас я подключу, посмотрим, что здесь за питание. Какая рыбилка? Обещали стандарт, а она от USB. Ну, в принципе, неплохо. Да, там так и было в описании написано. Сейчас билки продаются с разъемами USB. Мне их много. Сейчас от компьютера подключу ее. Посмотрим. Определился. Здесь есть кнопочка включить, выключить. Вот она. Так, сейчас включил. Вот. Так, под режим переключать. Желтый цвет, типа теплый. Сейчас, о, вот. Белый. И умеренный. Светит довольно ярко сейчас. Если ее сюда просто палец приложить, то она меняет цвет. Так, что имеем еще здесь? Это управление. Сами. Пока я не буду настраивать, я думаю, это и так понятно. Ну, лампа светит очень ярко. Повороты она умеет вращаться. Вот так вот. По горизонтали, по вертикали. Смотри, тут несколько степеней яркости. Просто если нажимать легонько, меняется яркость. 3, кажется. Нажимаем, допустим, потом держим кнопку, переключается режим. Белый, теплый, умеренный. Это реально довольно ярко светит. Вот. Можно так сделать. Температуру по Фаренгейтам даже можно делать. Это я переключил, непонятно где. А вот. Вот, уже 22 градуса. Домашний градусник показывает столько же. И тут все верно. Тут можно ставить будильник. Все складывается аккуратненько так. Кстати, не показалось или нет? Я... А нет, я думал, оно выключается, когда ее складываешь. Я покажу полный объем. Долго выбирал, воспользовался кэшбэком PN сервис, мне вернули небольшую сумму, плюс кэшбэк от карточки тоже там пришел процент.
Ну, сделано вроде как надежно. Крутится. Не вокруг, конечно, своей оси, но вот, да, 180 градусов вполне. Так, можно выключать ее. Включается здесь. Вторая лампа. Так вот. Тоже заряженная пришла. Все в рабочем состоянии. Ссылка в описании. Можете заходить, смотреть. Там уже скоро 11 ноября. День всяких скидок. Пользуйтесь приложением Multitools для Mozilla. Там он показывает, это приложение показывает, как меняется цена или как менялась.